Здравствуйте. Перед вами телефон Xiaomi Redmi 3S. Он заблокирован, на нем есть пароль пользователя. Как видите, ввести мы его не можем. Попробуем его разблокировать с помощью MRT-донга. Выключаем наш телефон и запускаем программное обеспечение MRT. На данный момент это версия 1.67. Должен определиться серийный номер нашего донга. Это говорит о том, что донгл подключен корректно и мы можем начинать работу. Как видите, серийный номер определился. Выбираем нужную нам модель Xiaomi Redmi 3S. Нажимаем кнопку разблокировки. Это разблокировка телефона с заблокированным загрузчиком. Программное обеспечение предлагает нам несколько простых шагов, чтобы ввести телефон в режим Recovery. Вводим телефон в этот режим. Зажимаем кнопку увеличения громкости и включения. Удерживаем до появления значка. Освобождаем кнопку включения. И вводим телефон в режим Recovery. Теперь мы можем подключить телефон к нашему ПК. Подключаем обычным USB кабелем напрямую к USB порту ПК. И повторно нажимаем кнопку разблокировки. Процесс начался и успешно завершен, буквально за несколько секунд. К сожалению, удален не только пароль, но и пользовательские данные. Разблокировка закончена. Перезапускаем наш телефон. Обычно первый запуск может занимать несколько минут. Мы этот процесс немножко ускорили на видео. Как видите, телефон загрузился, пароля нет, и телефон предлагает нам сделать преднастройки системы. Разблокировка прошла успешно. Спасибо за просмотр.